Всем привет, друзья! С вами папа Тимур, Тимоша и Лёша. Сегодня мы будем стричься. Да-да-да. Сегодня такой челлендж. Будем стричься. Но будет решать все супер монетка. Посмотрите на эту монетку. Кто знает, что это за монетка? Для начала я буду первый стричься. Но у нас будет два выбора. Либо мы стрижемся на лысо, либо мы стрижемся по бокам и по крутому. Будет все решать вот эта вот монетка. Вы готовы увидеть? Я лично нет. Но надо. Потому что что? Потому что карантин, парикмахерские закрыты. А кто же нас будет стричь? Давайте посмотрим. А стричь нас будет мама Марина. Ты же умеешь стричь? Нет. Она когда-то проходила курсы, поэтому... Это было очень давно. Посмотрим, что из этого будет. Ну что? Начнем. Ну так, как я первый, а пацанов мы проводим. Пацаны, на выход. Давай, давай, все, пока-пока, Лев. Давай, 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 Тимош. Что сейчас будет? О боже, а мы начинаем одеваться и готовиться к стрижке. Все, я готов, решаем. Если выпадает вот эта вот девица, то я стригусь красиво. А если выпадает вот этот вот щит, то я стригусь на лысо. Я лично очень переживаю. Фу, хоть бы красиво, просто кидаем, вот на ваших глазах. Давай тебе положим руку сюда. Как упадет, так и не смотри. Давай на камеру. Что тут? Лысая. Лысая. Попрощайтесь с его шевелюрой. Вы понимаете, я на лысо не стригся очень давно. Это будет сейчас ужас. В прямом смысле я сейчас стригусь просто так на лысо. Поддержите это видео лайком и подпишитесь, если вам было интересно. Ну а мне, если честно, страшно. Вы посмотрите, какая шевелюра, вот. Сейчас по три это уберется. Погнали. Готов? Да. Нет пацанов, без него на душе весна. Это очень жестко. Да подожди! Вот урод. Ну это жесть. Кстати, пацанам то же самое придется делать. Друзья, напишите ваше, просто вот на ваше мнение в комментариях. И у меня нет слов. Я подстригся. Теперь, ребят, вам стричься. А решит все монетка. Кто начнет и как будет стричься. Вот эта вот девчонка, это будет Леха. А вот этот вот орел будет Тимоша. Пробуем. И первый у нас Леха. Леха у нас первый стрижется. А как он будет стричься? Все, все те же правила. Девчонка это красиво, а орел это на лысо. Да, Лех. Сейчас решится все. Кидаем. А давайте вот так вот и у меня посмотрим. Девчонка, а это значит... Это тут была девчонка. А это значит, Леху мы стрижем красиво. Ой, Лешка, какой ты большой. Но тебе повезло, ты будешь стричься не как папка, а красиво. Леха. Сейчас я буду помогать. Смотри, Леш. А можно я попробую? Давай, Лёх. А еще, кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, как в итоге подстрижется Тимоша, потому что он остался последний. И что ему выпадет? Он будет как я лысый или как Лёха красивый? Давайте, пишите в комментариях. Лёх, вот так ты уже красивый. Вот он какой красавец. Тимох, как думаешь, тебе повезет? Мы надеемся все, что да, повезет. Посмотрите, какой Лёха красивый. Да, Лёха красивый. Я правда лысый, а Лёха красивый.
У мамы получилось. Беги. Тимоха куда-то девал нашу монетку. У нас есть 2 рубля. 2 рубля это означает, что мы стрижемся красиво, а орел означает, что мы стрижемся на лысо. Я хочу, чтобы он как Леха был. Погнали. Два. А это означает красиво, смотрите, все честно. Тимош, ты тоже большой молодец. Так, ставлю камеру и начинаю помогать. А ты что такой серьезный? Тебе что, не нравится совсем стричься? Пока они стригутся, вот тут вот, ответьте на вопрос, а вы любите стричься? Да или нет? Вот сюда нажмите, проголосуйте. Просто интересно, посмотрим, кого больше. Видео подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Все было честно. Мы кидали монетки, и получилось так, что я лысый, а пацаны сидят довольно красивые. Мама практиковалась, можно сказать, на нас. Ей большое спасибо за то, что она согласилась на это. Надеюсь, вам понравилось. Оцените, пожалуйста, это все лайком и подпиской. Все, с вами было Гром Пати. Всем пока-пока.